Китайский режим пытался оправдать себя, отрицая вину в бесчеловечном геноциде в Восточном Туркестане, утверждая, что полицейские контрольно-пропускные пункты под названием «Станция правоохранительных органов», которые созданы для подавления надзора за населением Восточного Туркестана, якобы существуют для продвижения и защиты прав человека. По данным китайского пропагандистского агентства Goddak Network, Синьцзянь-Уйгурский автономный район в Восточном Туркестане является 14-й провинцией Китая. На пресс-конференции Народного съезда Чан Джункуань, секретарь партийной группы и заместитель председателя профсоюза рабочих Синьцзянь-Уйгурского автономного района, рассказал журналистам о нынешней ситуации в Восточном Туркестане, вводя в заблуждение и озвучивая ложные сведения. Так Чан Джункуань заявил, что Китай создал более 300 станций правоохранительных органов по всему региону, включая города, деревни и поселки для обеспечения безопасности населения и обеспечения защиты интересов людей, координации профсоюзов и юристов на всех уровнях. Чан Джункуань подчеркнул, что полицейские контрольно-пропускные пункты предоставляют услуги для наилучшего социального обеспечения. Всемирный уйгурский конгресс номинирован на Нобелевскую премию мира 2024 года, что, как сообщается, является вторым случаем, когда эта организация была номинирована на эту награду. В пресс-релизе Всемирного уйгурского конгресса от 6 февраля говорится, что Алексис Брюнель Дучеппе, депутат парламента Канады и заместитель председателя Международной комиссии по правам человека, и Джулио Терце, итальянский сенатор и бывший министр иностранных дел Италии, номинировали Всемирный уйгурский конгресс на Нобелевскую премию мира этого года. Режим Коммунистической партии Китая, превративший Восточный Туркестан в почти антиутопический мир, объявил, что он усилит так называемые меры против других этнических взглядов, чтобы уменьшить угрозу национальному правительству. Как пишет China Southern Morning Post, чтобы избежать идеологических рисков, власти Китая сообщили, что Центральная комиссия Китая по делам национальности ужесточит контроль за мнениями и дискуссиями на всех сайтах социальных сетей, касающихся всех видов этнических групп, противоречащих общепринятому мнению китайцев. Согласно информации, должностные лица Центрального комитета Китая по этническим вопросам требуют, чтобы публикация работ, относящихся к другим этническим группам, была организована на всех платформах публикации, а жалобы, касающиеся различных этнических групп, должны быть урегулированы как можно скорее. США и Китай провели третье за два дня заседание экономической рабочей группы. Представители США и Китая встретились, чтобы обсудить экономические трудности и сотрудничество. В заявлении, касающемся встречи, были затронуты вопросы, вызывающие озабоченность официальных лиц США, в том числе практика промышленной политики Китая и избыточные производственные мощности, а также влияние, которое это окажет на американских рабочих и фирмы. В заявлении Министерства финансов США сообщается, что встреча, состоявшаяся 5-6 февраля, была первой встречей экономической рабочей группы в 2024 году и впервые была проведена в Китае. Операции Мастербанка Китайской Народной Республики, работающего с российскими импортерами, приостановлены. Как сообщает газета «Ведомости», коммерческий банк «Джучжоу» уведомил своих клиентов о приостановке операций с Россией. Источники газеты сообщили, что на прошлой неделе руководители банка уведомили клиентов о том, что они приостановят ведение бизнеса с белорусскими или российскими компаниями и частными лицами. Даже если движение денег через национальные системы не видно ни американцам, ни европейцам, все это четко отражено в отчетах, которые западные партнеры могут запросить у банка, сказал источник газете.